Как известно, чтобы хорошо поработать, нужно хорошо отдохнуть. И судя по настроению команды, наши спортсмены за время отпуска не только смогли набраться силы насладиться любимыми увлечениями, но и не забывали поддерживать себя в форме. Отдых достаточно был длинный. Вот. Но помимо того, у каждого есть свои хобби. Я поддерживал настольным теннисом, кто-то плавал, кто-то на лыжах. Вот. Отдохнули очень довольно много. Вот сейчас приступили к новому сезону. Перед новым соревновательным сезоном спортсмены родного «Металлурга» время зря не тратят. После отпуска ребята снова на тренировках. И чтобы быть в форме, нагрузки максимальной. Ведь год обещает быть насыщенным и интересным. Сезон будет довольно очень интересный, потому что впервые после 1995 года в календарь, международный календарь ФИМ Европы введена чемпионат Европейской лиги. То есть участвовать будет уже не только сборная команда, национальная сборная команда в чемпионате Европы, но и клубная команда будет разыгрывать свой приз. Поэтому подготовка очень, очень серьезная. Также в этом году произошли изменения в составе команды. Вратарь Максим Пушкарев вынужден был закончить активные занятия спортом из-за травмы позвоночника. И на его место пришел молодой и амбициозный Арсентий Кобелев. Спортсмен с 6 лет в футболе и успел сыграть за молодежную школу Ростов. А перешел к нам Арсентий из Кущевской кометы и, по собственному признанию, несмотря на серьезные нагрузки, сумел преодолеть акклиматизацию и уже влился в команду. Принимают в команде ребята очень душевные, все помогают, подсказывают, вообще прям нравится. Мне надо реализоваться как вратарю, показать себя, имея виды на чемпионат Европы, так что настрой, конечно, боевой. Команда настроена позитивно и уверенно движется к поставленным целям. Тренировки ежедневные включают в себя игровые, силовые, а также бассейн и лыжи. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.